Каким дыханием рекомендовано дышать, девчонки? Нижним. Да, нижним животом, правильно говорит Ева, начала. Ну, а какая мышца помогает нам, помимо мышц пресса, дышать? Какая? Легкие. Диафрагма. Диафрагма. Да, молодцы, молодцы. Легкие — это не мышцы. Да, ну, а вот диафрагма — это мышца. Веруся правильно потом сказала, и девчонки правильно сказали, диафрагма. И дыхание у нас диафрагмальное, то есть нижнее, рекомендовано для театра, для сцены, кино, для чего угодно рекомендовано нижнее дыхание. Вот кроме бега, кроме кардиотренировок, танцев, там вот верхнее дыхание задействуется автоматически, потому что мы хватаем воздух. А для того, чтобы говорить плавно и красиво, необходимо дышать животом.